В очередной, 11-й серии российского сериала «Ольга» вы узнаете о том, как Лена в кипише ищет варианты, как отмазать Пушкина. На помощь вновь приходит Юрген с солидными связями в лице врача психбольницы, где он лежал. Лев приглашает Аню на романтическое свидание, которое оборачивается катастрофой для целого дома. Тимофей пытается доказать Саше свою крутизну, но оказывается в ситуации с Душком. К Юргену приезжает старая знакомая Тамара, которую он всем сердцем ненавидит. И Юрген готов на все, лишь бы сказать ей это в лицо. Аня и Лев после свидания оказываются за решеткой. Ольга хочет сделать как лучше для Ани, но получается, как всегда.